Рост товарообороту, створение предприемства у кооперации, импортозамещение. Три основные кірунки для супрацовництва. Это подкреслил старшиня Гомельского облвыканкама Иван Крупко подчас встречи с керовником представництва Нижегородской области Андреем Дудкиным, который, в свою чергу, отзначил великий потенциал поднево-усходнего региона Беларуси. У программе визиту гостей наведывание предприемства, которые занимаются выпуском упаковочного материала. Интерес, безусловно, представляется. В первую очередь сейчас данное предприятие интересно в сфере программы импортозамещения. Вот, поэтому мы хотим ознакомиться с продукцией данного предприятия и в дальнейшем уже для наших, как говорится, нижегородских предприятий сделать предложение о сотрудничестве. Знешнегандлёвый товарооборот Гомельской и Нижегородской областей мае становчую динамику. За 5 месяцев бягучего года он склал 25 миллионов долларов. Темпы росту 115%. Свою продукцию поставляют у российские регионы шматликие предприемства Гомельской области. На экспорт у приватности накировываются комбайны, шпалеры, металлургичная и химичная продукция.